Только за 2023 год врачи поставили на ноги более 1200 детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Реабилитацию они проходят в трех отделениях ДРКБ в Бурятии. На специальных тренажерах дети заново учатся ходить. Мы приехали сюда после ДТП, дорожно-транспортное происшествие, Селевский Ахтал, 28 июля этого года. Машина сбила. Восстановление вот этой вот ходьбы, восстановление вот этой функции ноги было тяжеловато, конечно, да, вот. А сюда приехали уже, намного лучше. Тренажеры закупили еще в 2022 году после поручения Владимира Путина. Обошлось это федеральному бюджету в 86 миллионов рублей. Теперь дети со всех районов Бурятии могут получить реабилитационные услуги совершенно бесплатно. Мы принимаем детей любого возраста, начиная с первого года жизни и до совершеннолетия. Дети, которые нуждаются в реабилитации, получили возможность получать медицинскую помощь именно в нашем регионе и не выезжать за пределы республики. Дети могут проходить реабилитацию как в стационаре, то есть оставаться в больнице круглосуточно, так и приезжать на плановые курсы восстановления. Новое оборудование помогает в реальном времени отслеживать состояние ребенка и прогресс восстановления.